Данное видео я записываю для участников школы и размещу его в первом плане в шаге 1. Хотя человеку приходит полная инструкция после оплаты, но тем не менее остаются какие-то мелочи. Итак, как правило, ну вот рассмотрим, урок состоит из чего, вот возьмем Android, это можно вернуться к шагу, цель рассмотрения, далее у нас идет курс, да, курс открывается в отдельном окне и в полное окно. Многие не знают вот тут такой простой вещи, вот допустим нажали далее, и мы видим вот здесь у нас идет прокрутка, ведь можно всегда остановить или допустим нажали, отогнали назад и опять запустили, то есть это очень удобно. При этом я рекомендую просмотрели, сделали, просмотрели кусочек, сделали, но именно надо пользоваться, потому что многие, я заметил, не знают, хотя я не раз говорил, но решил заострить на этом внимание. Второй момент. По группам. Везде, во всей школе, дальше в курсе, если надо, допустим, дополнительные материалы. Вот, допустим, здесь мы рассматривали ар-кварц, и для того, чтобы напомнить, мы идем в ООП и вспоминаем или изучаем вообще, что такое ар-кварц. Я говорю, к примеру. Далее. Дополнительные материалы могут быть в курсе, как здесь, так как мы рассматривали в данном коде Kiwi, была функция супер, то мы глубоко окунаемся, то есть изучаем определенные проблемы, то есть я даю ссылки на внешние ресурсы. Обязательно идет код, как правило, полный код курса, но его лучше писать вручную, так как я прописываю вручную, а не копировать. Набивайте руку, пишите код, пишите. Далее, по группе подсказки. Опять же, в письме приходит, как пользоваться группой. В самой группе есть, если мы откроем везде, поддержка саму группу Google, то вверху есть, как смотреть, как пользоваться. Но кроме этого, поясняю. В школе, как правило, вам не приходится просто лазить по группе. Почему? Потому что когда это требует либо домашнего задания, либо каких-то вещей более сложных, то всегда есть ссылка на конкретную рубрику группы в данном уроке. Как правило, рубрики группы сразу привязываются. Здесь вот, допустим, показано домашнее задание, что рекомендуется выполнить. И здесь же мы можем, нажав на стрелочку, отправить и домашнее задание, и задать вопрос именно по этой тематике, то есть, чтобы не распыляться. Поэтому школа в этом смысле продумана. Я согласен со многими, что всегда зачастую лучше посмотреть. Когда человек посмотрел один раз, он уже представляет, что делать, тогда легче. Но код надо ручками писать. Поэтому моя цель была и рассказать, что надо пользоваться именно при пользовании курсом, именно прокруткой. Всегда остановили, взяли, перегнали, когда вот он загрузится полностью, но пользуйтесь этими вещами. И еще раз говорю, пишите код ручками, набивайте руку, не старайтесь что-то скопировать, хотя это всегда проще. Просто смотреть уроки, это, допустим, бесполезно. Если вы хотите программировать, конечно, лучше быть в школе, потому что в школе все сложено по шагам. Постоянно идет добавление. Вот сейчас это видео я записал, добавлю, вот когда человек придет, добавлю в шаг номер 1, например, да, но и в группу сообщу, что добавлено такое-то. То есть постоянно идет добавление. Здесь, когда вы идете по шагам,
вы себя посмотрели, повторили, оно в голове будет откладываться компактно. Школа построена от простого к сложному. Еще скажу, почему выгодно. Школа развивается постоянно. Ну, давайте посмотрим. Вот новое читать, да, вот сегодня, допустим, два курса, предыдущий курс 11 сентября, далее 12 сентября, 12 до этого. То есть постоянно вы получаете пожизненный доступ, это гарантия того, что вы будете программировать. Ну, в принципе, моя цель была рассказать именно о мелочах, о группах и о пользовании именно, значит, прокруткой.